Мы поможем делом. Народная партия Алга. npdvk.kz И оказалось, мы вчера ходили в Шигашэнерготрейд, оказалось, что мы все платим, а главные неплательщики — это бюджетные государственные организации Теплокоммунэнерго и Горводоканал. Теплокоммунэнерго мы тоже все платим аккуратно, куда он наши деньги девает. Почему образовался такой большой долг? И почему за них мы должны платить? Страдать. Государственная организация, да. И тоже государство опять-таки с нас собирается собирать деньги. Опять-таки нам собирается потушить свет. Почему мы перед государством в ответе за государственные предприятия? Согласны с нами? Да, вот мы теперь написали письмо. Мы представители незарегистрированной партии «Алга». Знаете такую? Слыхали про такую? Да, слыхали. Вот. Мы написали письмо, где просим ответить на наши вопросы, правильно, которые интересуют не только нас, но всех жителей. А вот сегодня все хотим вот собрать добровольно взносы, сколько вы там дадите. С собой ничего. У меня своих я могу таких вытащить. Дайте нам, положите нам, положите. Сейчас я вынесу их. Положите, пожалуйста. Кто сколько может? Вы? Пока нет. Ой, совсем дожили. Но не говорите. Не знаю, как людей содрать. Они сказали, что главные неплательщики — это две организации. Две бюджетные организации, это Горводоканал и А сейчас что творится на белом свете вообще? Вот. И некому пожаловаться, милые мои. Некому. Вы слышали, что свет собираются отключать? Слышала, мы их читаем. Вот. Ну, что теперь сделаешь? Будем потом хлопотать. Ну, что вы думаете по этому поводу? Кто в этом виноват? Правительство, кто? Кто вот у нас? Акимат или кто там? Вот пускай они разбираются, в чем дело это. А люди-то мы платим. Я за все плачу. Что остается, то у меня... Все, кино не будет. Электричество кончилось.